довольно-таки интересный храм. Сама его конструкция, вот эти вот колонны, довольно-таки необычная. Особенно вот эти вот арочные окошки. Очень похоже на то, что он засыпан. Вон там, например, очень похоже, что был когда-то вход. С этой стороны есть какая-то дверь. Но не знаю, пользуется ли ей сейчас. Там вот есть какие-то вывески. Сейчас подойду, почитаю, что на них написано. Бывшее, слово бывшее, не прокрашено. А вот дальше весь текст прорисован. Преображенская церковь Успенского монастыря. Памятник архитектуры 19 века. Охраняется государством. С этой стороны... С этой стороны более точная дата. 1842 год. Архитектор Федосеев. На самом деле непонятно. Это вот вроде как облицовочный камень. Здесь тоже. А тут уже, похоже, это было просто заштукатурено, и эти сделаны насечки в едином стиле, чтобы было похоже на все остальное. Но, судя по тому, что есть трещина, все-таки, видимо, какой-то проход здесь был. Вот она, трещинка-то есть. Какой-то проход, судя по всему, здесь был. То же самое касается вот этого низа. Вроде как заложены камнями. Вроде как единое целое. Вот если присмотреться, вот она проходит. Возможно, позже просто сделали облицовку. А возможно, так и было. То есть, является ли этот дом засыпанным, на самом деле непонятно. Вот она, идет граница. С этой стороны и здесь вот проходит. То есть, вот тут вот похоже, что была дверь, ее просто заложили. Ну, или дверь, или окно побольше было. Его просто заложили. Трудно дать однозначный ответ с первого раза. Также здесь вот проглядывается трещина. Но это надо быть реально, надо быть археологом, чтобы в этом разбираться. Дать гарантированного ответа, что это засыпано окно, я не могу. Точно так же, как не могу это отрицать. Вот тут мы видим кирпич. Это обычный красный кирпич. Или необычный красный кирпич, а какой-то большой блок. Большой блок. Но вот на ощупь похож как красный кирпич, то есть сделанный из глины. Может быть, эти все блоки такие же. Вот, сверху он покрашен белой краской, но тут на сломе, на сколе видно, что он красный. То есть это по структуре просто красный кирпич, выходит из земли, просто больших размеров. А вот это уже пошел белый камень. Дальше там все уже заштукатурено. Слой дополнительной штукатурки. Вот если видно, там кирпичи. Там кирпичи выходят из земли.
очень интересная часовня. Называется часовня при Покровском храме. Интересно в ней то, что крест направлен с запада на восток. Север туда. А крест, видите, как стоит? Тут вот есть этикетка. Часовня при Покровском храме. Засниму для истории. Возможно, скоро это здание уже не будет, хотя, в принципе, его уже нет. Вот начинается стена, вот на окно. Обратите внимание, на каком она уровне. Вот мы видим петля. Судя по всему, тут были ворота. Дальше, колонны. Здание шло наверх. Вот тут какой-то орнамент. Потом это было заложено. И смотрите, на каком уровне окно. Даже уже в заложенном окно все равно, видите, как низко. Там мы видим, вообще ничего нету. То есть здание уже рушится. Возможно, скоро его не будет совсем. И обратите внимание, из земли выходят кирпичи. Колонны сложены из кирпичей. Вот еще одно окно. Мы сейчас на улице Металлистов. И это номер дома. И этот дом уже не имеет никакого номера. Вот еще часть стены. Колонны. Вот тут были окна. Или, возможно, даже двери. Ну, скорее всего, окна. От этого здания осталась только вот эта вот стена. Из земли выходят кирпичи. А вот тут вот камень. Фундаментный камень. Очень необычное здание. Вот там вот есть табличка, на которой написано, что это здание постройки 19 века, даже без указания конкретной даты или отсылки там середины, начало, конец. Что это здание 19 века и не написано, что к чему и зачем. Просто вот такой вот домик. Тут вот явно видны окна, торчащие из земли по всей длине. Сейчас мы подойдем поближе и посмотрим. Очень вообще много таких интересных моментов. А так вот, спереди оно выглядит вот так. Тут вот этот куст заслоняет. Сейчас я чуть это обойду. Вот, вид спереди на это здание. Подойдем поближе, посмотрим, что у нас тут есть. Самое первое, что бросается в глаза, это вот эта вот дверь. То есть видно, что было изначально выше, то есть ее укорачивали, сделали такие, все равно такие длинные ставни. Порог. Крыльцо. Ну, я не знаю, как назвать. Вот такие интересные моменты. Похоже на гранит или мрамор. Причем камень внутри примерно такой же, как снаружи. Снаружи, ну, чуть-чуть следы выветривания. Вот видно, что они лежат вот абы как. То есть, либо они развалились со временем, расползлись, пытались их цементом замазывать.
То есть это не единое целое со зданием. Очень похоже на то, что это как бы сделано потом, спустя какое-то время. Окна смотрят в землю. Но при всем при этом окна находятся на одной линии. Они находятся на одной линии. Даже вот это вот, сверху большое, снизу маленькое, оно находится по центру этого. Теоретически похоже действительно на цокольный этаж. Но как-то терзают меня какие-то смутные сомнения. Вот что-то здесь в этом доме не так. Я пока не могу понять, что именно, но вот что-то не так. Вот открытое окно, попробуем туда заглянуть. Что мы там видим? Нифига мы там не видим. Через камеру, я не знаю, видно вам или нет. Там большое помещение, явно не подвальное. Большое пустое помещение. И вот такое окошко. Причем на той стороне такого окна нету. Это вообще очень похоже на как бы на отдельную пристройку. И здание такое несимметричное. Вот здесь окно, а здесь лестница наверх. Видно, что вот этот вот парапет, вот он из кирпича, просто обложен плиткой. Вероятнее всего, тоже сделан позже. Вот такие вот элементы наверху, над дверью. Пытались реставрировать, пытались что-то заштукатурить. Я сейчас не берусь утверждать, засыпано это здание или это действительно так построено. Я обратил на него внимание по одной простой причине, что оно не подходит 100% под засыпанные и под 100% под так построенные. Вот надпись на табличке. Памятник культуры, архитектуры, истории 19 века. Восстановлен в 95 году. Вот и все. Что за памятник, к чему относится, непонятно. Очень странное панельное 14-этажное здание. Ну, в общем-то, казалось бы, что тут странного? Обычный жилой дом. Панельный. Да, но только все мы знаем, что панельные дома – это временная постройка. Там 30, ну, максимум 50 лет. Однако, посмотрите, какой укрепленный, мощный фундамент, основание, или я не знаю, как это назвать, сделано для этого дома. Вообще, вот, чтобы быть честным до конца, в ту сторону есть небольшой подъем. То есть этот дом стоит, в общем, на склоне. Но склон не очень-то сильный. Вот, ну вот можно посмотреть, каков уклон вот здесь. И вот каков уклон вот в эту сторону. Это видно. Однако, ради такого небольшого уклона делать вот такие мощные укрепительные сооружения, по меньшей мере, нелогично. То есть вот тут вот сделано, видно, сделано одним стилем, там вот другим. Вот это вот, это уровень, ну так скажем, нулевой уровень вот этого дома. Вон там машина стоит, кусты растут. То есть выглядит довольно-таки странно. Я видел очень много панельных домов, которые стоят на больших склонах, и для них нет таких массивных укреплений. То есть все это выглядит как попытка скрыть что-то. Например, какое-то здание или какое-то основание или что-то, которое, что стоит на этом месте. Лично я, например, бы прятал бы именно так. Поставил бы сверху на этом фундаменте
на этом бункере, неважно, что тут есть, поставил бы дом, потому что уже основа идеальная, и вокруг сделал бы такую вот отсыпку красивую. Вот я бы спрятал так, то, что тут спрятано. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, тут нет ничего. Это просто чисто моя фантазия. Но выглядит очень, очень так вот похоже на то, что тут хотели кто-то спрятать. Вот явно видны какие-то вентиляционные отверстия и дверь. И вообще вся вот эта конструкция, она выложена из кирпича. И потом так вот грубо оштукатурена. Но он туда дальше, там бетонные блоки, и вот там бетонные блоки. А если посмотреть сверху, то это получается так вот зигзагами выстроено. Довольно-таки необычная, интересная конструкция. Друзья, в самом центре Тулы нашел вот такое вот здание. Оно уже нежилое, разваливается. Вот он, уровень земли. Вот тут машины ездят. Там уровень вот так вот идет. И вот он, вход в это здание. Вот порог. Примерный уровень земли. А теперь зайдем сюда и посмотрим, что у нас тут. Сразу как входим, видим дверь. Ну, вы можете сказать, эта дверь в подвале. А тогда вот это окна в подвале, которые смотрят в землю. Вон там. На этой стороне я посмотреть, к сожалению, не могу, потому что тут высоко. Лезть туда, прыгать я не хочу. Тут реально довольно-таки высоко. То есть вот я стою, вот этот порог, это уровень земли. И тут вот сразу такая вот яма. И тут в этой яме все самое интересное. Постройка сразу видно очень старая, потому что кирпич такой вот он весь разрушается. Раствор белый, кладочный. Крошится. Железная эта дверь, это, видимо, было после уже сделано укрепление. Фронтон там он тоже из кирпича. Но что самое главное, это вот на такой глубине там вот есть окна. Вот они. Вот окно. Видно вот этот арочный свод окна. Здесь уже непонятно, здесь все обсыпалось. Вот, ну, вообще, эта стенка, похоже, как выложена недавно. То есть, ее ложили, не доложили. Похоже на то. Но вот там это точно кладка древняя. И вот скажите, друзья, это действительно так строили в старину? Спасибо огромное за внимание. Такой вот разрушенный дом. Кирпич. Такой довольно-таки уже рассыпанный. Белая кладка. Ну, дом уже давно не жилой. Он, видимо, сгорел когда-то. Одно окно. А вот тут внизу второе. И здесь то же самое. Окно, заваленное мусором. И тут другое. И вот это окно прям смотрит в землю. Если обойти с этой стороны. Вот, пожалуйста. Вот оно окно. Вот оно окно. Это дверь. Но тут непонятно, эта дверь была переделана потом во входную, либо
судя вот по этим отверстиям, тут, может быть, была какая-то еще пристройка потом. Или балкон, и был выход. Но вот это вот явно тоже или окно, или дверь. Вот это вот 100% дверь. И что там внутри? А там внутри не подвал. Обычные помещения жилые. Вот дверь была заложена. Перед нами засыпанное здание. Весь первый этаж этого здания засыпан. Его даже, по сути, отсюда и не видно с этой стороны. Скажут, как будто дом двухэтажный, а на самом деле вот тут целый этаж засыпан. Сейчас обойдем с другой стороны, и будет это видно четко. Вот они, окна. Одно и другое. Эти окна как раз в правильном порядке. Всем привет, друзья! Сейчас мы находимся в Тульской области. Это город Щекино. Районный центр Щекинского района, соответственно. Город Щекино получил статус города в 1933 году. Но что примечательно, вот это вот здание администрации. Я хочу вам показать это здание поближе, подробнее. Перед нами здание Щекинской городской и районной администрации. Однако, что же мы тут видим? Мы видим наши любимые окна в земле. Реальные полноразмерные окна, которые уходят в землю. И обратите внимание, кладка кирпичная идет прямо аж оттуда, ниже уровня земли. Вот, это здесь хорошо видно. И вот если можно заметить, неровная поверхность, прямо вот туда бугром, там даже этих окон уже не видно. А здесь оно заложено вот так вот, здесь больше открыто, здесь больше открыто, а здесь открыто еще больше. То есть видно, что такая вот волна грунта. Это здание администрации, повторю еще раз. Вот с этой стороны окон уже нету. Ну, точнее, они были. Они были, но их успешно замуровали, заштукатурили. И вот такая лесенка вверх. Сейчас давайте зайдем за угол, посмотрим, что у нас здесь. Щекино получила статус города в 1933 году. Но это вовсе не значит, что именно в этот год населенный пункт был построен. Статус города дается уже какому-то существующему населенному пункту при достижении определенных условий. То есть, стало быть, Щекино уже существовало и ранее. И также существовало ранее здание администрации. Ну, неважно, чем оно
было, как оно называлось, вот это видно уже новая пристройка, свежая. Стыковка сделана, вот можно видеть как. Вот таким вот образом. Это новая арочная пристройка. Ну, а это, судя по всему, также здание более древнее. Но меня сейчас интересует вот эта часть. То есть мы явно видим раз, два, три этажа и засыпанный цокольный этаж. Так вот, населенный пункт, значит, существовал. Если существовал населенный пункт, значит, была какая-то администрация. Ну, может быть, в то время администрация находилась и в другом здании. Не факт. Но, скорее всего, в том же самом. То есть был это там деревня, поселок, хутор, поселок городского типа, неважно, как это называлось, какой-то населенный пункт был. Была администрация, потом получил статус города, и администрация также здесь и осталась. Но, судя по этим окнам, здание это стоит здесь реально где-то с 19 века. Довольно-таки интересное все-таки здание. Три этажа, засыпанный цокольный этаж. Здесь вот такая кокарка, но вот за елками, к сожалению, видно плохо. Тут двухскатная такая крыша. Арка высокая. Причем высота арки... Так, с какой стороны зайти? Тут еще памятник Ленину стоит. У меня за спиной теперь. Значит, арка вот такая у нас здесь. Во. Хорошо видно. То есть, ну, по сути, это у этих два отдельных здания просто с общим чердаком, потому что этажи никак не связаны. Здесь вот точно такое здание или часть здания, не знаю. Ну, тут уже парадная пониже, поменьше. Также три этажа. Довольно-таки интересный дом. Обратите внимание вот на эту композицию. Причем она есть только здесь. То есть это как какая-то типа, не знаю, как этот элемент называется, выдается вперед. Типа эркера что-то. И вот только тут есть такая штучка. Лепнина такая. Возможно, были под другими окнами, но уже не сохранилось. А может, никогда не было. Крыша, вот если можно отсюда видеть, чердачное окно и трубы, то есть крыша скатная, двухскатная. И под окнами мы опять же видим соответствующие такие вот узлы. То есть там, если кто не понимает, вот под этой крышечкой находится еще одно окно. И они находятся все на одной линии. А дом этот находится как раз напротив здания администрации. Вот, наверное, здание администрации, про которое я вам уже рассказывал только что. То есть все тут прямо рядышком.
Здесь вот есть еще такой вот дворец культуры. Он тоже довольно-таки интересный. Если вам будет интересно, я про него еще отдельно поснимаю. То же самое здание. Вот он, вот тот орнамент, вот нити под окнами штучки. Здесь вот еще под окном одна. И вот такая вот интересная у нас вверх. С чашей. Показать, к сожалению, могу только вот под таким углом. Напрямую прямо показать не получится, потому что вот эта береза все закрывает. Вот такой вот интересный элемент. Вот там видно еще одна чаша. И внизу вон там опять такие же типичные пристройки для подвальных окон. Подвальных цокольного этажа, как ни называй, то есть там есть окна, просто закрытые.